Блокчейн может охватить миллиардную нерегулируемую игровую индустрию. В игровой индустрии появилась новая валюта, так называемые скины. Тратить реальные деньги на виртуальные вещи и скины уже не ново. Однако есть новая тенденция использовать сами эти скины как деньги. Люди продают один скин за другой или используют их как замену валюты, размещая ставки на киберспортивных событиях. Существует огромный черный рынок игровых скинов. Годовой оборот скинов достигает миллиардов долларов. Около 5 миллиардов в 2016 году, как показывают исследования Allers & Crazy Gaming. Согласно статье CoinIdle, блокчейн способен обеспечить лучшую защиту активов пользователей. За последнее время уже были выпущены две игры, основанные на блокчейн – Spells of Genesis и Beyond the Void, которые токенизировали свои внутриигровые активы.